не прогревал. Речка большая, упала сантиметров на 10. Сейчас ждем дерка. Ну чё, далеко угнали? Шапку потерял. Нашел. В куртке была, блядь.
остров. А. Ну да. А мы по нему не проплывали. А мы, наверное, вылезем тут. Да кто с какой? Да можете на берег что? Вот на эту, ага, вот так. Семь часов до. Седьмого. Дорога-то залитая здесь была. А мы вот сюда, да, подплывали? А, ну тут сильно не видно. Вот вода была, вот здесь. Тут сильно не видно, поэтому что это. Я думаю, где черная. А она вот, мы между вот этим пнем проплывали сюда. Там забор видно. Че, откуда мы пойдем? Сюда. А? Свежие? Сильно свежих я не вижу. Тут же недалеко, да, где-то эти нагрызы? Бутылка. В ту сторону. А-а-а.
Ты нас только на омуте так держит. Ветер порывистый. 15 метров в секунду. Стоп, я сейчас мотор подниму. Надо дышать где-нибудь будет. Сильно можно и не гребсти, диаколь так только подравниваться, что мысли не на веслах идти. То, что солнце, видите, еще вообще высоко. Но, ну ничего не сделаешь, все. Вторую речку не заметил. Их же две с той стороны.
Окей, есть справа. Я коли хоть стрелять будете, то лучше стоя. Тут возможность будет стать по-быстрому. Ну, в смысле, незаметно. То лучше стоя. Я говорю, ни хера не плывем. А? Сейчас. Выкинуть? Ага. Ну-ну.
основном здесь весна, когда бобров встречаете? В этой луке или выше? Здесь, да? А? Ну там меньше. Здесь местность такая просто. Может быть. Там до избушки сплавится-то. Садятся по ней, сплавляются, да? У них железная лодка, да? На ней-то можно рылом залететь в кусты. Так прямо что ли? Ну, видно, бывает. Чтобы течение было. Так мы и как смотрим. Догребем, думаю. Главное увидеть. А потом уже действовать. Он там тоже под кустом заебись нагрызен. Нагрызен, видите? Все заметано. Далеко ты сильно не умеешь. Спокойно было без ветра, было бы четко.
поплавать за этим маленько, да? То, что тут у нас погрызло ночью. Но где-нибудь там на катке. Куда он записка или не заплыл, я сейчас посмотрю. Заплыл. Вовнутрь или что? Можно вокруг там проплыть, посмотреть. Ну так, я имею в виду по заливу, поэтому. Не, вот сюда. Пройдем же здесь. Записки заплывать прямо. Я он и обгладал, или он и зимой обгладал. Или сейчас. Вообще это видно. Я имею в виду это. Зимой он тут жил, понял. Она года уже вроде. Ну тут он заедешь там. Где-то на шиша заходит или тут живет.
Америку эти пройтись. Что вы, наверное, тут будете, я туда пройдусь. Мануша. Пахнет дерьмо, блядь. Что, не выйдете? Жилет, что ли? Жилет снять, чтоб не шуршал. Добыл лед крикоша.
короче, на самом интересном месте. Буквально не хватило там секунд 20, может 30, чтобы заснять, как я в лед положил этого крикоша. Была еще кряква там, но я по этому крикошу с картечи стрельнул. Сначала черки взлетели, по-моему, там на видео видно. Через минутку, наверное, крикаш поднялся. Сейчас вот обошел эту затонь, заливчик, смотреть бобра. Там у нас погрыз был охуенный. Когда мы заходили в заводь, увидели погрызенную осину. Вот. Тут такой берег охуенный вообще. Четкий. Лука охуевшая. Все, отбой. Короче, только нажал на сброс нахуй. И дяхан лупанул по кому-то. Один раз. Диаколь! Чё там? А? Так. Дядька по крикашу стрелял. Пока что бобрами и не пахнет. Там волнище какая-то. А вот, ребятки, Потап делал. Видите, его зачесывал. Вот зачесывал. Видите? Тут зачесы делал, блядь, заебись, когти чесал свои. Видите? Сразу ты не заметишь. А вот это звериная тропа. Вот она. И здесь вот она хуярит. Вот она. Прям видно, что выбитая. Все, пойду побросаю. Какая-то волна непонятная. От куста, что ли?
Далее какая тропа. Тропень, блядь. Это звериня. Переход лосиный. Ноги, правда, блядь, что-то у него не работает, нахуй. Угу. Перебило. Выходим с заводи. Крикашовой. Бобровой. Да, бобровой. Ну вот так вот спокойно. Сейчас посмотрим, что дальше будет. А я вон до туда вот дошел, он где елки. Прогал. На той стороне он к повороту ближе. Пошел на охоту. Догоняет Алтай меня. Носится. Валерик. Потерял, походу, меня. Взял след. Почти. Че, че носишься? В этом году редко вот такие вот лужи встретишь в болотах. Болота нынче сухие. Осень была сухая. Все впитывает. Вот. Такие вот дела. Тут я белок хожу, стреляю. Рябчиков, ронжи на капканы. Сейчас вот хуярю. Решил, короче, сходить на речку. 7 кило. Может, бобрышка будет. До темна посижу. Во! Дали сколько шишек сосновых. Просто во! Это дятел натаскал. Кукушка кукует. Такой у нас кедрач, ребята. Вот так вот накатали дорогу в кедрач. Просто заебись. Вообще накатанная. Зайчишка обработал осинку. Вот такими вот колотыми бревнами колотят по таким кедрам, чтобы добыть шишку. Видите, вся кедра в смоле. Все в смоле. Видите, смолинки какие красивые. Такие вот мшистые дорожки. Сейчас к речке подходим. А вот и присутствие рябчика. Мураши ползают. Природа, ёпта. Так вот, подошел к мосту. Нынче тут вообще охуенно. Мостик сделали в том году летом. Так вода прямо и не задерживается здесь нихуя, ребята. Просто протекает под ним. А раньше я тут даже один раз как-то бобришку был убил. Вот возле этого бугра, вон там. Вода через мост шла. Я его застрелил. Алтай бегает, как обычно, хуй. Далеко от меня сильно не уходит. Метров 100. Да тут сейчас и никого не надо смотреть. Только бобров. Наша цель — бобер сегодня. Увидеть, может быть, его увидим. Но насчет добыть хер его знает, потому что там это... Я без лодки иду доставать, хуево будет, если что.
Короче, посмотрим, загадывать не будем. Но цель сегодня бобер. Куча водомерок плавает. Не знаю, видно или нет. Сейчас пойду вот по такой линии. Вот они пересекаются. Как ни странно, блядь, железо еще осталось. Валяется под дом. По-моему, отбил. Вот такая, блядь, болотиночка. У лягушек сколько там хвоя. В конце. Иди. Нихуя. Короче, это по кустам неохота было обходить. Первый раз нынче болотники себе купил. Так мне теперь похуй. Довольный-то, блядь, какой. Вперед меня, нахуй. Прошел, блядь. Ну вот это уже кто-то посерьезней. Либо копалуха, либо косач нагадил. Забуксовал. Короче, ребят, смотрите, вот здесь вот примерно вода была. Сейчас она упала. Ого, что за хуйня? Иди сюда. Упала вода, короче. Тут лягушки. И вот что творится. Смотрите, бежишачья икра. Ее нужно спасти. Ее нужно взять и закинуть в воду. Вот так. Поможем лягушкам. Ага. Хуяни на икриле сколько. Во как. Все, короче. Сейчас руки сполосну. Но это я уже выкинул бы. Раза в два больше, чем сейчас. Сейчас ручку сполосну. Зашел сюда, думал, может утка будет. Все как. Засохшая лягушка. Не дошла, видать, раздавили. Короче, от МЧС пришла смс-ка. 10 мая до конца дня ожидается штормовое предупреждение. Дождь с грозой. И, короче, 25 метров в секунду ветер. Будьте осторожны, сказали. А уже, кстати, ощущается ветерок, дует. Охуевший ветерочек. За кем-то балбес побежал. А, вот репчик. Одного угнал, второй остался. Гадючка лежит.
нихуя не нужен. Подошел к такой вот низине, там вон речка текет, короче, здесь бобры должны быть. Вот тут я капкан ставил. Сейчас, кстати, еще один капкан свой нашел, упустил, когда снимал. Водичка мутная тут, вон в том этом. Видел крикоша, бугров пока не наблюдаю. Ларин как пошел, собаку стукнул черка. Я только столько платил, подошел, и он плюхнулся, как раз сел. И собака подбежала, как раз сука стукнула. Он там и сел, Филин, на пихту. Вон он пошел, как раз от солнца. Вот туда куда-то сел. Вот такая вот речечка. Вон там за поворотом волна какая-то непонятная. Сейчас посмотрю, что-то старый погодит осиной. Короче, нихуя за этим поворотом не было. Такое вот руслица здесь. Ой, ребята, вообще свежак. Лось нахуярил. На дядьки ходили. Не было. Сейчас уже есть. Сука. Здесь, короче, взлетели 4 крикоша. И черки те, по которым я чапнул был. Здесь что-то. Живело твердое, походу. Может, пружинка слабая в байке. Как вот он навалил. Крикаш уплывает. Прямо вот так. Он нахуй не может никак. Тут вот как водичка упала. Помните, я рябчика не мог найти. Вот за тем затором. Бобёр был нырнул. Сапог полетел. Большой снег. Кстати, сегодня уже первый день комаров заметил, что летали. В доме меня уже раза три уебал комар. И сейчас в лесу вот залетали. Такие вот дела, ребятки. Скоро начнутся комаришки. Охуевшие. Всё, блядь, ребят. Ручьём. Сюда, да? Вот сюда. Да, блядь, здесь банка. Иди, Ромка. Иди. Уехали домой, ребятки. Не видел ни одного бобра. Такие дела.